Так, йо-хо, всем привет, с вами Нот, с вами мод фотограф, где мы вот брали разные хламы. Бежим отдавать военных, деньги здесь капец, походу, нужны. Потому что стоит все капец дорого. Я даже не знаю, что с этим делать. Надо было к Сидору сбегать, трешку получить свою. И двигать дальше. Блин, а просто представить, какая здесь ночь-то будет. Дед! Просто звуки? Ну да ладно. Так, что мы можем? Что мы можем? Я могу бы тебя ругнуть? Было бы прикольно. На еду. Да, может подумать, тут на каждом шагу гастроном расставлены. Принял, что требовалось? А как же? Все по списку. Две бутылки водки, баночка сгущенки, маринованные грибочки, банка соленых огурцов. Антирады готов? Ладно, давай сюда провизию и забирай препараты. Ровно десятка. Ну вот и славненько. Держи свою водку и закусь. От барыга, барыга. Я бы тебя убил бы тут, если бы мог. В надежде открыл. Наверное, что-то квестовое будет. Мне почему-то кажется, что я эту игру не пройду. Как бы просто потому, что она квестовая. А раз она квестовая, это значит... Правильно. Где-то... то есть скриптовая. Скриптовая. Это значит, что рано или поздно я скрипт профукаю. Как я профукал в начале с этим с пропуском. Кто... Я ж проходил к тому чуваку, но походу пока по квесту не дойдешь, зайти нельзя. И это самое обидное, потому что ты вот можешь прошарить всю деревню. А тебе он скажет, иди типа, поищи вещи в этой деревне. Я такой, чего? А где искать? Ты же все смотрел, не было. Я понимаю, что если бы все лежало, ты мог пойти и найти. И потом тебе говорят, иди принеси вещи. Ты такой, а я уже принес. Вот это другое дело. Интересно, я могу запрыгнуть? Ну и вот. Не особо и хотелось. Ну что, принес антирады. Ну что, раздобыл я для тебя десяток, вот. А, вот это ты, брателло, крут в натуре. Давай что. Нет, вначале флайер. Парни. Не, ну ты реально крут, красавчик. Я же сказал, принесешь антирадар и флайер у тебя в кармане. Боря слов на ветер не бросает. Ладно, верю, вот держи. Да барыгам продавать выгоднее. Странная музыка, конечно. Странное ружье. Тут все странное. Трава? Эх, чертова зона. Че она с травой творит-то? А эта тварь залезет к нему в голову. И сожрет. Ну или кто-то перебался. Эй, чувачок! Здесь чужакам вход запрещен! Если флайер есть, предъяви! Если нет, ноги в руки! Бегом отсюда! Ну, здорово, охрана. Понапугал ты меня тут. Флайер при мне. Ну, так, предъяви и проходи, чего ждешь. Вот, держи мой входной билет. Ну, свалил вон. Так, я проник в бар. Я забрать не могу. А вау, 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 вау. Вау. Плейбой, плейбой, арсенал.
Хе-хе-хе-хе. Думали, я не замечу. Ладно, ты кто будешь? А чё ты вот этот купишь? 600. Давай продадим, потом еще где-нибудь найдем. Чтоб барыги ковец мало дают. Привет! А ты кто такой будешь? Чё-то я тебя не знаю. Здорово, уважаемый. А ты кто такой? Чё-то я тебя не знаю. Я тут человек новый. Фотограф я. Репортаж о ваших местах делаю. Так, по мелочи. В основном бытовуха разная. А нахрена тебе это нужно? Чё, мест на земле мало, что ли? А о которых в газете статьи поприятнее было бы прописать. Да, места, конечно, много, но мне вот такое задание от редакции досталось. Зато, если интересный репортаж получится, можно будет прославиться и деньжат срубить. Нехило так. А может, у тебя есть что интересно рассказать? Я тоже мог бы прославиться. А хули мне прославиться? Мне и так хорошо. Я вот сейчас баблосов... Тема интересная. Вот насчет баблосов тема интересная. И сколько могут тебе отвалить за сюжет? Ну, не знаю, по хорошим раскладам 1030-40 поднять можно. Только сюжет интересный нужен. Есть чего рассказать, я в долгу потом не останусь. А что тут интересно? Бухаем, а когда не бухаем, то всякий хлам в зоне собираем и сдаем. Темы перебиваемся. А чего это я тебе все рассказываю на сухую? Ты этого, давай угости пацана водочкой. Глядишь, и тема найдется. Какая интересная. Да нет, у меня водки, извини. Надеюсь, шансон есть здесь не полезен. Есть базар, толкай. Нет, вали нах. То есть 616 у барыг. Яша, иди сюда. Приветствую здесь. Тебя, бродя, в моем баре. Римана ищет, прикольно. Так, сколько ты водку берешь? Не брал я, парень. Не брал, я не понял, я не знаю. Все-таки надо водку купить, слышишь? Вот, у меня есть бутылка водки. Давай накатим за знакомство. А, хорошо пошла. Ну, будем знакомы. Я жила. Недавно освободился. Большой мир меня не принял. Многое изменилось за те годы, что в отсидке был. Да. Вот и решил подальше от мирной суеты в зону поддаться. И ни о чем сейчас не жалею. А чем здесь вообще народ живет? Скукотища небось. Да и опасные места тут, как я понял. А ты это, наливай. Ну, вздрогнули, еще по стаканчику. Ну, хорошо, братан, ты мне раскумариваешь. Молодчага горят. Жила, ты продолжай рассказывать, мне все интересно. Скукотища, говоришь? Да нет, нормально. Иногда бывает, перепадает кое-что, порой и покрупнее. То какую-то хрень дюжу интересно для торговца, кто найдет и притащит. Ты когда-нибудь ты кого-нибудь богатенький с больших земель? А то кого-нибудь богатый из больших земель решил себе экскурсию по зоне устроить. Вот тут только нам и обращаются нелегально. Конечно, но нам-то что наше дело, бальников встретил, проводил, куда просят, и бабло в карман. Эти ротозеи платят неплохо, скажу тебе. А вот это интересно, что же так часто такие заказчики появляются? Не часто, в последнее время что-то совсем редко. После того, как вояки злобствовать тут начали рейды устраивать. Этот вот Жорику портфартило поднял. Он теперь у нас богатенький будет. А кто такой Жорик и чем портфартило? Да, Жорик этот алкаш один. Хоть проводник опытный, так как из местных вот. Вот к нему на днях какой-то богатенький флайер, видать, и подкатил ласты через бывших клиентов Жорика. А Жорик аванс взял и нажрался вчера в усмерть, долбоёб, прости господи. Как теперь клиента поведет, не знаю, но это не его дело.
Это его дело, пусть сам разруливает. Что мы ему, няньки что ли? Как же ты так? Он же ваш товарищ, может, чем я ему могу подсобить, где его найти? Ну ты просто мать Тереза, ей-богу, насмешил. Тут каждый сам по себе, но если очень хочешь помочь, пиво ему принеси. Это ему сейчас самое лучшее. Помощь будет, а он тебе, может, замен историю расскажет. Выше крыши, как он разных зевак по зоне водит. Отлеживается сейчас Жорик в каком-то сарае наверняка. Пошукай тут по деревне. Ладно, жила, бывай, хороший ты собеседник. Может, что как-нибудь пропустим с тобой по стаканчику. Жорик. Он один красный. Вы что, не видите, что я разговариваю с уважаемыми людьми? На балконе? Что дать? Эй, парняга! Парняга с фотиком! Иди сюда! Слышишь? Может, что-то? У тебя есть фотки классных девочек, а? Куплю. Что конкретно тебе нужно? Да, я ж говорю, боже, у тебя фотки девочек клёвых есть. Могу купить или на пару пузырей водяры поменять. А то что-то соскучился по нежным образом в натуре. Особенно, когда выпью. Но если у меня на флешке штук 20 скачан с ним по одной обнаженной модели. Очень красивая девушка. Могу скинуть ВПД. О, ништяк, братан. Давай. Что возьмешь взамен? Две пол-литровки или штуку денег? Больше ничего нет, извини. Давай денег. И принимай девок. А, вот это я понимаю. Нормальная... нормальная беспонтовая сделка. Это да. Андрей взял этих фоток. Ну, будем считать, что дело практически сделано. Не думал, что это будет так легко. Ага, легко. Мне надо к Сидоровичу сбегать. И Жорика найти. Ну, как из этой территории пойду, пойду этого искать. Сидоров. Поработаю на него, поубиваю людей. Чё, простая работа. Ага, вижу один. Алкашня. Гораздо ты бухать, братан. У тебя по запаху найти можно. Чё ты, а? Дай поспать, а? Будь человеком. Ты это... Завыл чё? Тебе... Тебе чё нужно? А чё у тебя есть? Ничего. Так, здорово, ты Жорик? Ну я... А ты кто такой? И что тебе нужно? Я фотограф, собираю материал о зоне и её обитателях. Для газеты. Мне Жилов в баре сказал, что ты самый опытный проводник среди местных. Вот хотел с тобой познакомиться. Слушай, фотограф, мне сейчас не до тебя. Башка раскалывается, у тебя случайно нечем похмелиться? Только не водки, а то мне скоро на работу. Да и не примет организм водку. Есть у меня бутылка пива холодненького, подойдет, надеюсь? О как, не, ну ты в натуре, чувак, обрадовал меня. Конечно, подойдет, давай это побру. Держи, и я с тобой глоточек выпью. Ой, хорошо, поправил ты меня, братан. Так, что же ты хочешь? Мне нужна интересная история о зоне. А ты, как я понял, самый опытный проводник из местных. Может, подкинешь парочку сюжетов? Братан, по-моему, ты хернёй какой-то занимаешься. Но да ладно, это не мое дело. История у меня много. Тебе из какой серии рассказать? Пострашнее или повеселее? Да мне вот для начала интересно. А как вы заказчиков находите? И что им обычно нужно бывает в зоне? Разумеется, они для газеты. Я все понимаю. Ну, вообще-то это тайна. Но ты, я вижу, мало нормальный и понятливый. Конечно, это все нелегально, но жить как-то надо. Вот и вводим в зону зевак всяких. Попадаются, правда, изредка серьезные заказчики, охотники. Этим, видимо, адреналина не хватает. Вот и ищут приключения на свою жопу. Ротозеев всяких обычно за руку вводим. А охотникам, как правило, нужно только, чтобы их сопроводили к месту, где фауна местная водится. А в обход всех военных постов и гордонов, а там уже они самостоятельно разбираются. Где-то я твою рожу видел. Понятно, а вот ты сказал, что тебе скоро на работу, это в смысле какой-то клиент есть? Ну ты догадливый, в натуре. Да, клиент, в смысле клиент. Клиенты, типа охотники. Вот доведу их до одного места и получу кучу бабок. Повезло мне нынче. Слушай, а можно с тобой? Жутко интересно мне это дело.
Да, вдвоем веселее. Да нет, ты что, они, если кого другого, кроме меня, рядом увидят, то все, чу-чу мои денежки. Да и нам обоим не сдобровать. Такие ребята шутить не будут, так что извини, братан, нельзя. Да, я все понимаю, но может быть, хоть издалека можно посмотреть на них, а? Вообще-то, если честно, я этих охотников побаиваюсь. Рассказывали, что с месяц назад они, один малый, подрядился тоже провести в зону двух типов. Так вот, он больше не появлялся, а люди говорят, что видели его труп с дыркой во лбу. Такие вот дела. Кто его знает, что это за охотники такие. Поэтому, на самом деле, твое предложение мне не нравится. Если ты издалека проследишь за нами, когда я их поведу к месту, думаю, ничего страшного не будет. Если что, то откуда я знаю, кто там ошивается в округе, правильно ведь? А мне спокойнее будет, если буду знать, что если чего, ты мне прикроешь. Оружие, я смотрю, у тебя имеется. А за твою помощь я тебя отблагодарю. Вторую часть денег, что они мне должны, передам, как дойдем до места. Располземся, разделим пополам. Согласен? Я согласен, когда выходим. Короче, уже пора выдвигаться, эти ребята должны уже ждут за деревней. Я с ними пойду вперед, а ты за мной, только постарайся не попадаться им на глаза. Держись на расстоянии от нас. Я думаю, если ты будешь держать дистанцию 30 метров, то все будет нормально. Моя задача — показать им дорогу в обход всех военных постов и населенных пунктов. Они просили довести их только до места, откуда они потом самостоятельно пойдут дальше, не боясь попасться на глаза воякам или еще кому. Я как раз знаю одну тайную лазейнку. Одну тайную. В качестве дополнительной награды будешь и ты знать про эту тайную тропинку. Если все понятно, то выходим. Следуй сейчас прямо за мной. Не отставай. Ну и не лезь вперед. И не высовывайся. И нет, на открытое место, чтобы не заметили. Когда идем до бугра, я тебе скажу, что дальше делать. И еще, в округе полно всяких псин голодных. Смотри, не встревожь стаю. Хорошо, я все понял. Буду, как говорится, тише воды, ниже травы. Пошли. Так, он жрать хочет. Ну, пошли. Пум! Интересно, чувака бы напрягало, если бы он так бежал и стоял сзади, и пум. Опа, кто это? Торчат. Там я видел чувака, чувак, слышь? Не наше дело, да? Я думал, это они. Черт, засветился. А нехрен расслабляться. В смысле засветился? Ты кто будешь? Вот кто это? Мне просто было интересно, что это за чувак-то? Ну, бежим аккуратненько. Черт. В смысле? Я же за ним бежал. Засветился.
расслабляться. Давай, беги вперед. Я шел за ним, как я мог этот засветиться? Но. Все, стой здесь. Дальше за мной не иди, а то заметят. Как мы выдвинемся, следуй за нами, только тихо и держи дистанцию. Окей. Но, при вперед. А, тупые скрипты. Давай, двигай. Ну чё так долго? Мы здесь уже полчаса торчим. Время, деньги, пора выдвигаться. Иди давай, окончательный расчет с тобой, как и договаривались, когда до места дойдем. Да не волнуйся ты, все будет в лучшем виде. Пошли давай, тут недалеко совсем. Интересно, как он их поведет? Опа. Но в ночи за ним будет сложно идти. Блин, засекли. Профессионалы. Фига себе, в голову просто так. В смысле профессионалы? Я стоял сзади, никого не трогал. Тоже не профессионалы. Дилетанты, да и только. Там текстуры кончаются, алё. Мне кажется, вообще без палева за ним иду. Блин, а дальше нельзя идти, смотрите. Так, ну они бегут вдоль деревни, и чё? И куда тут путь? Да особо это некуда. Так, ну пусть бегут.
Почему эти двое отстают, этот вопрос? Блин, темнеет, я скоро вообще ничего видеть не буду. Блин, засекли. Профессионалы. Ну, убили. Короче, одна пуля это почти сразу смерть, если не успел вылечиться, да? Блин, засекли. Да ладно. Засекли. Ты издеваешься. Алы. Блин, да засекли. Ладно. Профессионалы. Да ты издеваешься. Ладно, хорошо, что здесь есть такие сохранения. Будем береться аккуратно, не спеша. Ну, тиши вперед, будем ждать, что делать. Ну чё так долго? Мы здесь уже полчаса торчим. Время – деньги, пора выдвигаться. Иди давай, окончательный расчет с тобой, как и договаривались, когда до места дойдем. Да не волнуйся ты, все будет в лучшем виде. Пошли давай, тут недалеко совсем. Да, идите. Так, ну ладно, они вот затащили туда. Сдрыснули. Блин. Блин, я думал, вы дальше убежали. Как же они меня бесят. Засекли. Как же засекли? Ты шатаешься, как неизвестно кто. Профессионалы. Как же меня бесит. Ну чё так долго? Мы здесь уже полчаса торчим. Время – деньги, пора выдвигаться. Иди давай, окончательный расчет с тобой, как и договаривались, когда до места дойдем. Да не волнуйся ты, все будет в лучшем виде. Пошли давай, тут недалеко совсем. Ну бегите, бегите. Блин, это долгое задание. Так, я их не вижу. Вперед. Бегут. Пусть бегут. Так, ну эти пока гуляют, ждем. Так, все, они вроде отбежали достаточно далеко.
Давайте уже. А где первые двое? Ждем. Ждем, пока бегут. Что делать? У нас других вариантов все равно нет. Так, ну, вроде можно бежать. А? Вы нафига возвращаетесь? Странные люди. Плюс этого мода, что он делает сохранение. И это прям мега круто. Так, вот это мне не нравится. Что происходит? Опа. Ну вот и все, мы на месте. Дальше вверх на холм и держитесь правее. Ну вот и славно. Дальше мы пойдем сами. Только вот одно «но». Мы не можем себе позволить оставить свидетеля, который нас видел и знает, каким путем мы пошли. Так что извиняй, друг, ничего личного. Ого! Жесть. Опять сохранение неизвестно где. Что происходит? Как здесь стрелять-то? Это я зафейлил или нет, я не понял. Обезвредить агентов. Как же я вас не вижу. Как же вас обойти-то? Ты можешь сдохнуть. Почему провален? А, я не того убил, да? Черт. Блин, кто ж знал-то, я ж гранату кинул не чтобы умереть. Нужно за дерево прятаться. Да-да. А, че как торт? То есть съедобный.
где не обжорся, да, сегодня? Живучие, а? Там еще столько всего осталось. Я тебе говорил. Не меткий, а чё я не такой меткий? Нужно заныкаться за дерево, потом дождаться и убить их. Ай-ай-ай-ай-ай. Ха! Ещё четверо. Все живы. Да ладно! А то есть любое убийство это конец? Не понял. А, опять за ними бегать? Да вы издеваетесь. Это же какое задание? Обезвредить агента и забрать его еду, вернуться к полковнику Брауну. Можешь умереть. Ну, поехали, так, что? О! Так, я не понял, я их могу убить или не могу? О чем вопрос? Можешь умереть. Не торопиться. Блин, это было гениально, но не сработало. А почему не могу гранату кидать? Я что ли ломаюсь? Фух, так ты кто у нас? УЗИшка, вода. УЗИ это хорошо. Второй где-то тоже тут валяется. Так, стоп, а где первый? А, вот он первый. И где-то тут последний жмур, вот он. Ого. Советский Союз. Так, 9.19, значит, можно пистолет 9.19 продавать. Вот этот. Куда, часы? Книжка, Коран. Древнее издание Корана, видимо, очень дорогое. А то, что я продам Коран, мне тут эти не сидят, мусульмане. Вернуться к полковнику. Эх, нашел труп наемника. Че, прям сюда? Правда? О, я могу сразу к Сидоровичу сбегать. В принципе, ожидаемо. Что он сольется так? Так, Сидор где-то здесь. Следующий. Тебе нормально? Ну ладно.
Вернулся? Блин, надо было проверить. Я по поводу задания. Убить диггера. Выполнил задание. 3000, отлично. Положите вожака бандитов. А где его? Убить вожака бандитов. А, блин, далеко. Слышь, ладно, барыга. Я тебе даю УЗИшку. Блин, он как-то дешево берет их. Смотрите, он берет 381. И 142. Ну-ка, сейчас. Ну, удачной охоты, сталкер. 381, 142. Не, ну он берет повыгоднее. Хорошо. Ну, давайте на этом закончим и продолжим в следующий раз. Я им как раз продам все, там разберемся. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии. Всем пока.